Фундамент здоровья будущих поколений узведет теперешние, причем у прямом сенсе. До реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы, будовництва нового корпуса долучился студентский отряд Белорусского державного университета транспорта. У працовный шлях молодых людей урочисто отправили представники БРСМ и керавництва больницы. Основной период, когда у нас пик был студенческих отрядов, он уже закончился. Это был летний период. Наши студенты трудились и в Рогачеве в подготовке дней письменности, и на других строительных объектах. Но этот объект, он будет, наверное, самым важным и самым объемным по видам работ. В день открытия молодежной будовли членам отряда уручили будовничие каски и перерезали червоную стужку. До речи, инициативу працевать тут выказали сами студенты. БРСМ, генеральный подрядчик и улады идею подтримали. А у конце жнивня облвыконкам надал этой будовли статус молодежной. Покуль на ее будут працевать 15 человек. В ближайший час долучатся еще 35. Молодые люди будут приходить на працу после учебы на протягу всего будовництва. Стройка очень важна, потому что изменились критерии выхаживания детей. И, конечно, назрел момент строительства новой детской больницы. Поэтому больница необходима, условия новые необходимы. Вот, и думаю, что стройотряд тоже поможет в строительстве и ускорении строительства этих корпусов больниц. Реконструкцию и будовництво нового корпуса детской больницы планируется ожиццявить за 2 года. Первым допустить до процесса студентов, с ними провели инструктаж и специальную стажировку. Тут они будут работать на будовництве фундамента и вести подрыхтовую працу. Мы готовы все выдержать, строим детскую больницу, которая пригодится детям молодым. Поэтому сердце рвется, горит, кровь в венах бурлит. Строим, работаем. Ганна Ковалева, Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».